Друзья, сегодня 22 ноября, у моего внука день рождения, 8 лет, однако. Вот. Ну и, конечно, грустная дата, 5 лет как нету моей любимой тети. Мы как раз тогда, Харальд, я и Рен, поехали в Китцбюрн, помню, 22 числа. Ходили, гуляли, был такой туман, как-то сыро, снег, не снег, дождь, не дождь. Пошли в ресторан покушать, перекусить. Сели в ресторан, только начали пивко попивать, еще не принесли нам еду. И звонит Ирина, моя двоюродная сестра, говорит, тетя Вера умерла, мама ее. Вот, так что и радостная дата, и грустная, день памяти. Вот, а мы сейчас идем, у нас очень жарко, у нас до 30 градусов опять жары. А мы сейчас идем к Меркадону. Закупаем опять продукты и вам покажу сегодня обзор, что почем и насколько купили. Вышли сейчас на аллею пальм. Вот. Замечательная погода, очень тепло. В России уже снег, наверное, в Украине тоже снег напорошил. А у нас вот такая, можно сказать, летняя погода. Ну, на острове Тенерифе тут круглый год. Остров цветения, зелени и всего остального. Все, сейчас зайдем в Меркадону и будем закупаться. Наша Меркадона, куда мы ходим закупаться. Огромный торговый центр. Кактусы. Уже не раз я вам показывал, какие выросли, видите. Меркадона. Сейчас будем заходить. Пальму ромашкой сделали, подстригли, как ромашка теперь. Все в зелени благоухает в городе Пуэрто-де-ла-Крус. Сейчас я отключусь, а потом зайду и так поснимаю, пока не видят, там не разрешают снимать. Пока можно. Здесь пока еще можно. Вот. Заходим в Меркадон. Друзья, ну вот пришли домой. Вот такие закупочки у нас. Значит, что купили? 8 литров воды, потому что воду здесь нельзя пить, только зубы чистить можно. Вот, этой водой мы пользуемся для приготовки пищи. Значит, вода у нас стоит 1 евро 49. Дальше, аква. Аква. Вот такая вода стоит 56 евроцентов. Фреш газ. Фреш газ. Стоит 85 евроцентов. Дальше. Молочко. Свежее молочко немножко подорожало. Было по 99, сейчас стало оно 1 евро 6 евроцентов. Так. Каротин. Каротин. Здесь 1 килограмм. 1 килограмм. Расскажу, сколько стоит. Так, это у нас, как называется, Ранарова. 0,85 евроцентов стоит 1 килограмм. Дальше. Молочко, сгущенное молоко, 0,85, как было, так и осталось, 0,85 евроцента. Дальше. Это свежие дрожжи. Свежие дрожжи стоят, вот, вот название, чтобы знали, да? Сейчас я скажу, Левиталь Лаватура, Лаватура Феша, 0,50 евроцентов, 0,50 евроцентов. Здесь по 25 грамм, две упаковочки.
Вот такая же цена, как и в Австрии. Дальше пошли. Масло, это ирландское масло, стоит 2 евро 60. Ирландское, очень вкусное масло, проверенное уже. Дальше, кабра. Кабра кейзи. Это козлиный сыр. Козлиный сыр вот такой, кабра кейзи. Стоит, сейчас скажу сколько. Так, гуэса. Гуэса кабра кейзи. 2 евро 0,5 евроцентов стоит. Здесь у нас сколько грамм? Сколько грамм? 350 грамм. Очень вкусный, кстати, сыр. У них и овечий. Очень вкусный сыр испанский. Дальше. Вот такое плетотайк. Это тесто. Сегодня буду делать 3 штруделя. У меня одно осталось тесто. Вот плетотайк такой. Плетотайк эмпанада. Так, сейчас скажу сколько. Эмпанада. Маскафреша. Эмпанада. 2 евро 50. 2 евро 50 стоит. Здесь по 400 грамм каждая упаковочка это. Дальше, сыр Гауда. Гауда здесь 35 грамм. Здесь 300 грамм. Значит, Гауда сыр. Сейчас смотрим. Так, Гауда. Гауда. Верно? Ну, сейчас найду. Вот, вот такой коньячок опять, такой вот бренди. Мы попробовали, очень вкусный. 5 евро 50 стоит. Дальше. 0,90 евроцентов стоит саварам, сметана ната фреша. Мяско. Сегодня буду делать опять оливье, салат с таким мясом запеченным. 4,47. Это у нас из говядины. Говядина стоит 4,47. Дальше у нас идет... Гератак Герфиль. Сейчас скажу, что у нас теза. Так, термо. Так, смотрим, сколько это термо. Где-то я видел. Ну, сейчас найдем. 1 евро 15 стоит. Это жидкое мыло. Здесь ровно литр. То есть получается, если в банке берешь 0,85, а в банке всего там 400 миллилитров. Вот, а так берешь выгоднее. В ту же банку берешь, наливаешь, и получается выгодно. Это жидкое мыло для рук. Дальше. Цитроны, лимон. Цитроны. Лимон. Вадуа фреша, ната фреша, бренди резерва. Так, кетчуп. Кетчуп вот такой 2,29 стоит. 2,29. Майонез. Майонез, кстати, у них очень вкусный. Вот, такой майонезе. Майонезе. 500 миллилитров стоит 1 евро 30. 1 евро 30. Тостовый хлеб. Семилас. Сейчас смотрим. Тостовый хлеб. Так. Пипас. Я сказал, что Гауда стоит 2,05. Вот это вот Гауда 300 грамм стоит 2 евро 5. Теперь изюм. Изюм стоит 1 евро 50. 1 евро 50. Это стоит 1 евро. 2 евро 60. Орехи 200 грамм. Что у нас осталось? Лимоны. Сейчас я еще найду лимоны. Лимон 1 евро 99. Здесь ровно килограмм. Лимоны тоже у них очень вкусные. Дальше картофель. Вот такой картофель у них идет. Потатос. Так, бренди, папас, 5 килограмм. За 5 килограмм я заплатил 6,60. 6,60 этой картофель стоит. Дальше, вот такая вот колбаска.
Макси. Макси здесь у нас 500 грамм, полкилограмма такой ветчинки, нарезочки. Ветчинки Макси. 2 евро 11. Я считаю недорого. Полкилограмма 2 евро 11. 2 евро 11. Теперь яйца 4,20. 4 евро 20 стоят. Яблоки идут у нас 1 евро 50. 1 евро 50 яблоки идут. Так, ну и все. В общем-то, все сказал. Больше ничего такого нету. А, томаты. Томаты идут по 1 евро 50. Здесь 5 штучек или 6 штучек. 6 штучек. Вот. И всего получилось на 57. Вот. 57. 69, видите, да? Вся покупка это на 57,69. И вот все перечисляется полностью, весь список. 57,69. Ну, я считаю, что накуплено много. В общем-то, сейчас нам хватит надолго готовить. Сегодня буду готовить салат оливье опять. И 3 штруделя приготовлю. Яблочные штруделя будут у нас. Вот такая закупочка. Ну что, приходите на мой канал, подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, делитесь видео, задавайте вопросы, комментируйте. Все, всем пока-пока.